Итак, ребят, это уже 106-й колпачок на этой неделе. Вы же уже все знаете то, что я иду первый по колпачкам в своем дворе. Но, к сожалению, в нашем дворе уже колпачки закончились. Поэтому приходится скручивать с машины отца. Пацаны мечтают раскидать долги. А этот сложно как-то откручивается. Эй! Зачем так хватать? Больно же! Я не пойму, ты хочешь, чтобы мы на спущенных колесах домой поехали? Да я ради трансляции, как ты не понимаешь! Мне надо, чтобы они просто поверили!